80 пострадавших во время теракта в Крокус-Сити находятся в столичных клиниках. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения городской больницы имени Боткина. Мэр отметил, что за жизнь и здоровье пострадавших борются лучшие московские врачи. Также Сергей Собянин пообщался с теми, кто вчера пострадал во время теракта. Прооперировано в состоянии стабильное. Нормально. Юля. Сильно испуганы были. Конечно. Психологическое сейчас состояние нормально. Отошли. Спасибо. Нет, конечно. Я думаю, все будет нормально. Выдорово. Также мэр выразил отдельную благодарность москвичам, которые сегодня пришли сдавать свою кровь для раненых. В московских клиниках сегодня находится 80 человек, пострадавших во время теракта. Лучшие московские врачи борются за их жизнь и здоровье. Хотел выразить им слова огромной признательности всем тем службам городским, которые принимали участие в спасении людей в Крокусе. Это пожарные работники, МЧС, спасатели, это экипажи скорой помощи, десятки машин приехали туда. Это экипажи вертолеты, которые тушили пожар. Ну и, конечно, отдельные слова признательности москвичам, которые сегодня пришли сдавать свою кровь для раненых. Несмотря на ужасную, трагическую ситуацию, считаю, что террористы не добились своего. Они пытались запугать, посеять страх. На самом деле мы становимся в таких ситуациях еще более мужественными, сплоченными. Хотел выразить соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Мы с вами. По последним данным, при теракте погибли 115 человек. Более 100 пострадавших находятся в больницах. Несколько из них в тяжелом состоянии.